пошло на все. Сейчас из вот этой деревяшечки получится большой-большой вкусный полка. Если ничего не проходит, без вкусняшки. Ну ты какой! Посмотрите, какую конфетку там должно получиться. Ой, ой, две конфетки. Нет, три, три. Одну чешут, слушай. Пока еще конфетка третья чешется. Пойдем, сейчас там мак буксирами. Буксирами отрежем. Нет, там написано, пальчики не сувать. Ну, короче, я решил все-таки заснять. Короче, вот это начало, да, но оно, правда, не совершенно так пойдет, то есть здесь чуть поменьше, и там еще. Здесь красиво будет, слушай, а? Сейчас отметим. Вау! Чучурица? Yes? Чучурица? Где? И Софи! Короче, подравниваем, все как положено, по 16 сантиметров. Должно быть красиво. Посмотрим. Вот сказал, что отпилить. Ну, отпилить, значит, отпилить. Вроде почти готово. Через 2 месяца я за Ноя вернусь обратно. Была не права. Мы это сделали. Короче, полочка, на самом деле, товарищи. А, ты не нас снимаешь, ты полочку снимаешь? Эй, какую полочку? У тебя полочка есть? Полочку сюда ставить нужно? Полка испачкана, запылилась. Ребят, если полка запылилась... Делайте деревянную. Женщины. Они прекрасны. Как бассейн. Ну почти, бассейн спокойный хотя бы.